Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим с вами о парикмахерских услугах в Сербии. Я непосредственно рассказываю про Белград. Вы знаете, тут достаточно очень интересная культура. В целом, женщины уходят в парикмахерскую достаточно часто. В основном это происходит без записи, потому что есть культура постоянной укладки волос. В целом, цены, так как достаточно дорогие, до 1000 динар за укладку, то, в принципе, наверное, можно себе это и позволить. Есть одна небольшая проблема. Сложно найти хорошего профессионального мастера вот в нашем понимании российском. Особенно сложно найти мастера мужчинам, потому что все неточности, неровности сразу видны на мужской стрижке. И хочу показать вам стоимость услуг в парикмахерской. Это среднестатистические цены. Если где-то не знаете какие-то слова, просто загуглите, посмотрите. В целом, на мой взгляд, цены значительно ниже российских, особенно если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург. И приятные цены на профессиональную косметику по уходу за волосами. Это, конечно, сейчас играет большую роль, пока рубль крепкий, поэтому для нас это сейчас выгодно. Такие марки итальянские, как Davinos и Selective, я вот нашла в Белграде в одном из салонов, покажу вам в конце видео визитную карточку этого салона с адресами. Я уже попробовала косметику Davinos еще в Москве, мне она очень понравилась, но цены не были, я вам сказала, так, высокие достаточно. Здесь стоимость намного доступнее. Администраторы с удовольствием подсказывают и рассказывают в этой косметике, как пользоваться, при каких случаях и для какого типа волос, что рассчитано. Большая очень линейка очищающих шампуней, даже грязевых масок. В общем, если вы захотите, я вам рекомендую приобрести эту. Я сейчас остановлюсь на некоторых продуктах, которые уже сама попробовала и могу вам рекомендовать. Во-первых, марки точно могу сказать, что Davinos и Selective не оставят никого равнодушными. Очень эффективные профессиональные маски, очищающий шампунь и маска. Потом сейчас покажу, вот это просто супер средство, такое масло, оно наносится, вот oil прозрачное, оно наносится после мытья, очень классно работает на сухие волосы, на поврежденные волосы, единственное, делают волосы очень мягкими, но зато супер послушными и супер увлажненными, прям вот вам советую, сейчас я поближе его поднесу, он с маслом рукколы, его просто экстремально надолго хватает. Мне кажется, это бутылки хватит года на два. С учетом того, что на одно использование нужно где-то пару нажатий. Советовала также администратор увлажняющий шампунь, вот этот, для поврежденных волос, который тоже выравнивает кутикулы. Это большая бутылочка, Liquid Luster называется. Она придает блеск волосам. Масло макадамия от Селектива. Сейчас была какая-то супер акция, 1000 динар за целую упаковку. Там на русском языке также можно прочитать описание. Тоже одно из волшебных средств после мытья и также на сухие волосы. Часто они рекомендуют использовать также ампулы после окрашивания, там вы увидите, вот сейчас стеклянные небольшие с различным назначением, в принципе, они недорого стоят, я их рекомендую использовать после окрашивания, прямо в мойке наносят как маску. Вот эти вот прозрачные бутылочки с циферками 1-2, так называемый ботокс. Вот сейчас покажу ампулу, увидите, это немножко другой уже бренд, Котрил, по-моему, он называется, но отлично работает после окрашивания. А так вот, ботокс, вот эти вот бутылочки с циферками 1 и 2, так и называемые, хотя я нигде не видела название ботокс, это Selective. В общем, это двухфазная такая терапия, которая тоже наносится после мытья головы,
Вот, они ее рекомендуют для такого эффекта ламинирования волос. Ну, насколько я понимаю, оно как бы проходит после, после того, как вы помыли голову, вам нанесли, и потом это действует до следующего мытья. В общем, я тоже взяла это попробовать. Эффект мне очень понравился. Можно, как я понимаю, еще купить его для домашнего использования. Что мне понравилось, хорошие укладки делают сербские мастера. Вот в чем они мастера, скорее всего, это да, это в укладках. Но у многих волосы, сербских женщин, волосы плотные, волосы тяжелые, и на их волосах очень долго держатся на самом деле укладки. На славянских тоненьких волосиках, к сожалению, это не так. Ну и вот итог моего окрашивания. Я попросила сделать мне холодный шоколадный оттенок на корнях. И также затонировать мое эмалирование. Можете судить сами. Результат мне очень понравился. А вот и контакты салона. Они имеют 2 адреса. Можете заскринить. Также салон работает как магазин. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и всего доброго!